12 июля у подножия Лысой горы возле деревни Сарсас-Багряж будет праздноваться Петров день, начало в 17:00. В программе праздника торжественное открытие, борьба, спортивные игры, состязания, конкурсы на самую оригинальную окрошку и квас, конкурсы на воде, выступление государственного фольклорного ансамбля «Крешен-Берменщек», певицы Марины Карповой, звезд татарской эстрады. Также на территории будут работать детская и фольклорная площадка. В завершении гостей праздника ждет татарская дискотека с известным диджеем и танцевальной группой «Гоу-Гоу». Кульминацией праздника по традиции станет праздничный костер. 12 июля до места проведения праздника будут курсировать автобусы с табличками с названием «Петров день». Автобусы будут следовать по обычному городскому маршруту до места праздника с 15:00 до 22:30. Проезд бесплатный.